Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 нет подсветки дисплея, то самое распространенное неисправность заключается в следующем. Вышел из строя дисплейный модуль, либо неисправна сама подсветка, либо проблема на разъеме, либо в обвязке. Мы вам рассказали основные причины, из-за чего нет подсветки на дисплейном модуле. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.